В Гонконге экстренно закрыли зоопарк. Причиной стала неожиданная гибель 9 обезьян. Было объявлено о незамедлительном вскрытии и проведении всех лабораторных экспертиз, но результаты пока не готовы. Среди погибших животных оказались мартышка Браза, беличьи обезьяны, 4 белолицых саки и 3 тамарина. Все, кроме одного, были найдены мертвыми в минувшее воскресенье. Последним умер белолицый саки. Его нашли вчера. Как говорят сотрудники зверинца, животное в последние дни вело себя очень странно. 84 других зверя находятся под наблюдением специалистов, и одна из мартышек уже ведет себя подозрительно. Зоопарк в срочном порядке закрыт. Сегодня в нем проводят дезинфекцию.